я бы успел на самом деле. Так, ладно. Так, реально пробежал! Возвращается, возвращается, Жека. Подожди. Просто мастера конспирации. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем троллить игроков на серверах в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность по предыдущей серии, мы даже не ожидали, что она вам так понравится. И сегодня мы по вашим просьбам будем играть за землю. Да, ребята, ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите больше видосов с троллингом. И также можете написать в комментарии, за кого вы хотите, чтобы мы поиграли в следующей серии. Да, погнали! Не знаешь хороший сервер, где можно поиграть с друзьями в свободное время? Майнрайз — самый лучший сервер в данный момент. Честное PvP, бесплатные кейсы с донатом каждый день. Куча развлечений и приключений. Версия 1.7, 1.8. Заходи и играй. IP в описании. Быстрее, быстрее! Куда мне ставить? Ладно, поставлю сюда, пофиг. Как-то вот так. Нет. А, он идиот! К нам идут, Эдисон, меня бьют, меня убили. Ну-ка, не надо, пожалуйста, не надо, и пожалуйста. Передо мной камень, Жека. Так, камень, пожалуйста. Мы друзья. Я играл. Вова, реально тебя не заметил? Да, меня не заметил. Он, мне кажется, на меня даже как бы не смотрел, поэтому... Ой, пошел ты в задницу. Нет, ты не заметил, да. Эх. Я уже скапываю землю. У меня 5 земли есть. Нет, нужно валить на центр, быстрее на центр. Давай где-то вот тут. Потому что как бы землю... О, давай сюда, Жека, направо, вот сюда. Направо, иду. Помогите. Все, пока, я замаскировался, я буду тут стоять. Хорошо, тогда я буду вот как-то сейчас накопаюсь немножко. Вот так. Да, все, давай. Все, я беспалевный. Я тоже беспалевный, да. Куда, чувак? О, он к нам идет. А что, нет, у нас... Стоп, реально он нас спалил? Я, подожди, не двигайся, вдруг не спалил. Он нас реально не спалил. А где он? Да, я вижу. Сейчас я его скину, подожди. Подожди. Ты чё, дурак? Я бы успел на самом деле. Так, ну ладно. Так, реально он пробежал! Возвращается, Жека. Подожди. Мы просто мастера конспирации. Встали тут вдвоем такие. Я еще с топором стою. С топором? Да, а ты понимаешь, что где-то еще один также прячется? Потому что еще трое осталось. Не, подожди, он тоже бегал там. Это они в команде, по идее. Ну, да. Еще один. У нас же 5, да, человек, точно. Она на снизу. Это она, по-моему. Да. Ну, сразу две девушки. Ой, скелет. Тихо. Ну спасибо, ёханый баба. Скелет кончен. Нет. Я помогу. Скидывай, разворот, и скидываем ее. Так, я сейчас буду по спине фигать. А, меня по спине фигачат, Эдисон, помоги! Эдисон, я её убью! Эдисон, меня скидывает! Эдисон! Помоги, я за тобой бегу! Я и этот скелет заколебал! Они там застряли, что-то делают непонятное! Я помог! Эдисон бежим! По кругу! Так, тихо, они остановились! А, нет, один не остановился! Я в другую сторону, в рассыпную! А, ударили! Ай, Жека! Помогите! Убили меня, гады! А, Эдисон, так, все, я тоже... У меня стрела, конечно, просто со всех мест торчит. Меня тут точно запалят, у меня стрела Жека в жопе торчит. И в голове, и везде. Эдисон пожертвовал собой. Но это жестоко было. Так, не. Ой, я там, а у него компас был, вот говнюка. Да. Ну прикольно, так, прикольно было, да. Нет, не та же. Где-то тут, где-то тут были? Мы уже были. Да, где-то тут. У меня есть для них сюрприз небольшой. Если нас спалят, то я сделаю бум-бум. Жека, они как бы сзади нас уже, знаешь? Да? Да. Ну, сейчас подойдут, мы их разорвем, не переживай.
Ты главное меня не взрывай, давай, если я не начинаю. Смотри, что у меня есть. Ой. О, ой, это где было? Не знаю, ты видишь, что у меня в руках? Крипер. Так, я смотрю сзади нас, там, конечно... Лава. Ой, впереди нас, что творится? К нам бегут, падь, надо, ну-ка... Они бегут через нас. О, еще один. Два хп у меня. Перепрыгнули. Это прикол. Лягушечка. Сейчас они подойдут, короче, я их взорву, подожди. Подожди, они нас не видят. Лапа! Я его взорвал! Ой, второй вышел! Вот это прикольный кинсим нужно играть. Чувак, я просто загрел, пришел такой, думаю, ага, я их убил. Алаба! Так я не знаю, где строится. Не знаю, я копаю землю. Мне просто копаю землю, отстаньте от меня. Я пришел здесь поиграть с землей. Жека, я тут буду стоять, пошел ты в задницу и все. Ой, ты возле меня, чувак, пробежал. А, помогите! Ну, хотя бы меня здесь... Ты какая же ты тварина, а зачем ты меня спалил? Предатель. Я немножко поджег. Предатель конченый. Меня сразу бить начали, алапа! Да Жека, подожди, меня пока не заметили. А, ты вот пробежал мимо меня, он пробежал. Так, тихо, Жека. Ай, капец. Я тут постою, не выходи, Жека, с сервера. Да. Чувак тебе идет, два чувака к тебе идут. Да, откуда? Они пробегают мимо тебя сейчас. Сам пробежал. Сзади меня никого нет, вроде никого. Так, смотрим. И. Нет, ты не спалил. Даже не посмотрел. Чувак, ты меня бежит! Нет. А только тебя! Привет, чуваки, я мирный. Держите алмазы, держите. Бегай! Облава, Эдисон! Облава! Эдисон! Беги! Ой, дебилы! Жека, давай. Тут камень строится к нам. Камень? А ты там? Я за тебя. О, тут чувак! Я его бью! Помоги мне! Что ж ты, типа, багает-то? Красавый еще бы и вещи взял, а его не убил. За тебя камень! За тебя камень! Я вижу, да пошел этот камень задница. Он за тобой бежит. Опа, еще бежит. Да, еще бежит. Да камень, отстань от меня, пожалуйста. Он сзади меня? Да. Ты его можешь убить. Камень. Тебя броня... не, броня у тебя ничего нет. Пошел сраку, камень. Ну тебя сейчас убьет, да, все, как она тебе. Он тебя обгоняет. Нет, он встал. Все, ты убежал, ты скрылся, молодец. Он тебя потерял, он забыл про тебя, все. Ой, ты зачем блок поставил? Он спалил. А, нет. Что? У него как перед ним блок появился. Он мимо меня пробежал. Да. Ты прям блок перед ним поставил, когда он бежал, такой, а что? Ну ладно, пофиг. Они прям над тобой сражаются, сейчас к тебе, возможно, чувак упадет. Ой-ой-ой! У него один хп. Уйдите от меня! Не надо. Это в заднице. Ой! Пошел! Чувак, мимо меня пробегай, я тебя прошу, мимо меня, пожалуйста. Я иди... капец как палев настал. Да пошел ты в сраку, а. Нет, меня спалили, я убегаю, Эдисон! Эдисон, да, облава! Что происходит, помогите! Давай, Жека, убегай! Ой, назад, назад! Ой, обратно, в сторону! Неважно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Жека, на тебя вообще всем пофиг, понимаешь? Давай, Жека, давай, Жень, у меня блоков-то нету, чё, давай.
твою мать, сейчас меня убьют, Эдисон, меня спалили. Пошел в другую сторону. Что ты делаешь? Эдисон, как там у тебя? Да пока нормально. Сзади меня, чувак! Не-не-не-не, не пали меня, пожалуйста. Не пали меня, не надо. О, еще один, не палите меня, пожалуйста. Так, у меня пока вроде спокойно. Он пробежал мимо. Пробежал? Эдисон! Беги, беги! Не в ту сторону побежал, беги по кругу, я там я буду! Жека, облава, облава, Жека, облава! Беги, беги ко мне! По кругу, куда ты бежишь? Я пока еще живу, я живу, я беги, живу! Беги. Ты прям подо мной! Ты прям подо мной! Беги! Беги! Прячься, спасайся! Я буду тут стоять, мне тут нормально. Ты жив еще? Да, нет, меня. Я тоже жив. Я тут до сих пор стою под деревом. Так, чуваки перестреливаются, я тут такой сижу. Ой, боже, боже, боже. Боже, боже. Они там все возле тебя, они дерутся. А у него. Этот. Сасуки умер. Ой, я не знаю, что ты делаешь! Ты еще и убил! Эдисон, один чувак остался. Один чувак остался. Жека. Эдисон, он возле меня, я боюсь вставать. Если найди сейчас шмотки, мы же можем его загасить. А где он? Вот, а от тебя видно, Ник. Вот, он даже по тебе стреляет. Я не могу понять, почему ты это не запалил его. Ну вот сейчас уже бьет. Вот, я тут и был. Ну, к тебе идет. Нет, Эдисон, беги, прыгай вниз! Да, твою-то мать! Если бы ты ко мне подошел, в принципе, мы смогли. Да, ну пофиг, и так неплохо. Где прятаться, вот я вообще не понимаю. Может просто в яме спрятаться, вот я типа, блин, вот буду в яме сидеть. Ой, Жека нас запали. Ой, Жека, летаю. Жека, прощай. А, блава. Смотри, Жека, смотри. Я его скинул. Да. Прям Рэмбо какой-то. Так, Жека, давай, по шустрику, я не знаю куда. Я тоже не знаю куда, я бегу наверх, пофигу. О, сюда, Эдисон. Сюда. Куда? Вот сюда, и тут где-нибудь сейчас станем. Я не знаю, где ты. Как бы, мне кажется, себя там никто не запалит. Ой, мимо меня пробежал камень, чувак, с алмазным топором. Капец, мимо меня вообще никто не пробегает. Давай, чё, мимо меня, Стив, пожалуйста, мимо меня. Они передо мной, что-то разговаривают. Чуваки, мимо меня, пожалуйста, мимо меня. Да, молодцы. Чё, опять? Они меня не заметили. Ой, я тоже мимо меня пробегаю. Второй пробежал. Ты с такой месте в центре, я стою, я за тебя всем наблюдаю. Я тоже вижу. Ты внутри центра, да? Не, я вижу просто на F5. Чувак, не пали меня, пожалуйста. У него компас есть. Или X-Ray. Да, у него X-Ray по-любому, потому что как он тебя мог заметить? Беги! Ты его обманул! Как он без этого удара? А как он вообще узнал то, что я там? А не, понимаешь, это X-Ray, я уверен. Он не может быть так, что у него... Ты именно пробежал и именно стал возле меня и знал то, что я там стою. Ну, как бы... Ну что, ребята, большое спасибо за просмотр, ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите больше троллинга игроков на серверах. Да, ребята, не забывайте писать в комментариях, какими бы вы хотели, чтобы мы стали блоками. Мы будем прислушиваться к вам, и в следующей серии обязательно станем теми, кем вы скажете. Да, ребята, большое спасибо вам всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова, ребят.